Адрин и Андуин. Привет, Димас. Не имею представления, сколько я брал 12. Мой молот пылает священным огнем. Вообще не имею представления. За все время это... Сто пятьдесят, может быть? Не, много, наверное, да, сказал? 150. Ну, в среднем неделю, а раза два. Ну, может, не два, может быть, 1,7, может, где-то так. Да нет, даже больше. Фиг его знает. Жду приказания. Давай резом. Парень слишком важен. Неизвестно. Может быть сегодня, может быть через неделю. Не знаю, аутсайд. Я сейчас не веду статистику, я буду вести статистику после того, как новый аддон выйдет. А сейчас по статистике мне что спрашивать? Я могу тебя до... Не, я тебя достану. Я могу так разменять. Хорошо. Ну, я оставлю вот на самом деле. Дес не жалко. Угу. Прикольненько, да? А теперь я убиваю тебя вэпоном этим. Кстати, так себе для меня. Ну, ладно, я сделаю, наверное, раз. Два. Что приказать? Не знаем СВ. Сколько я за этот месяц делаю 12? Интересно. 7 сделал. На прошлой неделе 3 раза сделал. На этой неделе 1 раз сделал. Ну, я могу сделать тебя накинуть, да? Хотя такое это, конечно, занятием. Да не, неплохо. Конечно, встреваю на какой-нибудь хулинову. Ну, наплевать. Мне пока все устраивает. Благословен будет этот рулет. Окей. Проклятые готовы сражаться. Да, 10-10 меня устраивает. Я могу разменяться. Значит, раз, два. 3, 4. Делает погребение, достаю Мексну. Делает дес, достаю коня. Интересно. Потому что конь мне, скорее всего, какой-то забав даст. А забав, это значит второй дес. Надо искать. Не уберет ни одно, ни другое, наверное, коня.
Буду бояться Shadow Madness, да. Коня. Бог. У нас 4-4, кстати. Не, давай я сделаю тебя все же. Ну-ка, за лука. Ну давай тебя возьмем. Ну тоже как-то так. Прочитал про ментального, испугался, и вот теперь вокруг ментального буду играть. По-моему, да. Сейчас надо глянуть. Уза. Нет, Слизнюк. Слизнюк. Ня! 58. Слабенько. Я тебя убиваю, я тебя убиваю. Ну, бывает. Я даже не могу понять, потому что они не такие себе, ребятки. Не, ну потому что очень много магов, я думаю, что только поэтому, может быть. Да, я оставлю тройку. Ну, далеко не лучшая тройка. Ну, не, ладно, нормальная тройка. Окей. Завидую, завидую. Как будто плохо очень. Окей. Вау! А ну хотя, ладно, нормально, нормально, нормально. Да, все верно сделал. Макс Репост, это модный блогер какой-нибудь, небось? Макс 100-500, там всякие Макс Репост. Наберет за них себе дурацкий. Так, давайте сутки мои не продолжать. Мол гнева? Наверное. Да, он даже вакуулы против. Вакуули не нравится. Ну да, я, в общем-то, что делаю? Делаю сейчас 3 плюс 2, на следующий ход я делаю... Ну ладно, хорошо, не делаю 3 плюс 2, делаю просто 3. Давай, делаю просто 3, на следующий ход я делаю так. У меня такой план. Можно было бы вообще 4 достать. А почему не достал 4? Почему не достал 4? Я что, дурачок? Не знаю, наверное. Сейчас он достанет... А, ладно. Ну да, я хорошо, я достану тебя. Трогзер, трогзер. Ладно, я достану парня. Если сделает свайп, то парень тоже умрет. Вот. Ну, не знаю. Так, средненько. Ну да, наверное, мне нужно тебя доставать. Давай. Что приказать? 7-7, это хорошо.
А в этот раз забаним Акку. На Годгейме. Ну ладно, и предупреждение хотя бы выпишем. Предупреждение. О, нормально. Привет, Олег, где только что об этом говорили, да, Буну? Я тебя... Я могу вот это... Не, давай 8-8. Давай 8-8, а дальше на следующий ход я могу Кракена добить 4-3. Файн. У тебя неприятности. Тоже ладно. Раз, два. Так вот тебе и предупреждение за это. Ты куда уходишь с рабочего места? Тоже мне. Как мне нанести? Ну, такое. Не сильно восхищает данный ход. Грандиозные планы! Становится жарко. Возможно, мне надо будет... не знаю, сейчас подумаем. Да не, ладно, пускай... не, мне хочется... Вообще, я могу сделать раз, два, три. Да, давай. У меня много карт, мне нужно побыстрее от них избавляться. Жалко. И еще очень важный момент, что я хочу, чтобы он разбивал его, кусая. Never lucky. Просто у меня голода из одних зиробасов, я все джасты проиграл. Ну ладно, пока было два, и два проиграл. Ну, мега, это, Мексна разве жуткая лего? Нормальная лего для арены. Такая вполне средненькая. Нет, что такое? Окей. Наверное, я. Побольше на стол выложу. Не буду Мексна вытаскивать. Хотя могу. Не знаю, не, давай побольше выложим на стол. Клетал его подготовлю. Да Зинка расстроит. Но у меня есть Мексна. То слабое утешение, ну ладно. Okay. Даже так. Сила. Летал есть? 14-15. Да, точно, если летал. Тройку оставлю. Давай я ставлю тройку.
скажу. Ну давай, я достан тебя. Ничего, я хочу так ударить. Обидеть сержант какой-нибудь. Не, ладно, не буду. Не буду. Меня убьет ее в ответ. Нет, этот не будет играть сегодня. Павел будет играть завтра, наверное. И Павел, и этот. С Нидерландов парень. Как он? Не знаю. Не помню. Сухопутная крыса. Он будет очищен. Давай подпортим их планы. Okay. Ладно. Я, кстати, совершенно не против. И крошер. Тема. Хорошо. И что, я тебя буду доставать? Или лучше тебя? Я думаю, лучше тебя. Давай разменяем. Найс. Да я потому что никогда в жизни его не называю Тайс. Он какой-то Джиз. Вот такой вот он. А не Тайс. Это какой Тайс. Бомбер просто великолепный для него. Конечно. Ладно. Ну ладно. Rolling Blade. Ну, можно 5-5 достать. Можно достать тебя. Да. Я буду. Я Rolling Blade лучше достану. Ну так доктор Хиппи есть с Украины. Меня породила бездна. Кстати, не знаю, как оценивать доктора Хиппи. Мне кажется, доктор Хиппи самый слабый из. Нет, ладно, вру. Не самый слабый. Я вообще не представляю, как играет. Как он называется? Как Павлик играет. Но Нейман мне видится более сильный, чем доктор Хиппи. Вот. А Павлик темная лошадка. Как-то так. Давай. Обречены. Окей, это плохо, ну ладно. Нет, Кракен. Shadow Flame, я расстроюсь. Shadow Flame, это я проиграл, я даже так скажу. Не просто расстроюсь, я проиграю Shadow Flame. Наверное, 3-4 мне не стоило убивать. Интересно. Окей, 8 урона лицо. О, ладно. Закрыло тьмы. Ноу. Что буду делать? Йоу. Может, я вот это достану сейчас.
Не. Так, я могу сделать, но это тоже 3 хп, поэтому 3 атаки добавляет, поэтому, в принципе, пофигу. Раз, два, да, уберем. Тебя достану. Может быть, что-то еще отсюда, а что я, может быть? Не, я могу, конечно, убрать, но я слишком много урона получу. Да? Давай мы начнем с этого. Сол. Давай чистое лечение. Потрясающе. Давай. Да, больно. Но что делать? Тебе понравится. Ну ладно. Ладно, ладно. Еще разочек я выдержу удар. Вау, доктор Бум еще. Давай. 4 карты, ну смотрим, что у него есть. Ого. Больно. Больно, больно, больно. Ну, ладно, у меня много есть, в принципе, карт, которые что-то смогут сделать. Мне разницы особо никакой, да, я все равно буду так бить. Достойно. Не летал. Я тоже на Нейман поставил, на втором аккаунте. Не знаю. Ну, мы и посмотрим. Сегодня, завтра. Лядри. Как они чё. И... Хорош. Буду в группу ВКонтакте выписывать результаты все. Так, ну, я не буду его держать, потому что я хочу... Оружие, либо какие-то двойки. Да, существ. Потрясающе. Не знаю, мне кажется, Нейман очень-очень такой. Я раньше думал, что он чисто на фейсах играет. Но когда он начал играть на контроль Паладине, когда там... Я не помню, на какой турник, что это. Это тоже какой-то отборочный был, по-моему, к Близзарду. И он пришел, принес Паладина, когда он совершенно был непопулярен. Контроль. То я вообще прозрел. Да, после турнира. После 5 числа. Так и будут. Если Гуля, наверное, 5-4 будет. Может, не, молоток не будет. 5-4 будет. Молоток будет в крошера через монетку. Может... Ну или в Йети тоже пойдет молоток. Так, здесь я... Что я хочу здесь? Ну, кстати, можешь тоже молоток закинуть. А чё, почему бы нет?
Давай молоток закинем. Ну, учитывая, что у меня он есть в руке, я, наверное, все же отдам божественный щит вместо 1-1. Из-за большого турнира паки. Давай я пас, я пойду в лицо лучше. Ну, такое Dark Iron Dwarf, ну ладно. Ну, в эпаке до 4 ноября мы никак не увидим. Я не сомневаюсь. Сейчас еще нам какие-нибудь покажут картиночек. С более прозрачным намеком. Я могу тебя достать, могу тебя достать. Да ну тебя нафиг. Тебя достану. Все равно, скорее всего, он меня сможет убить. Да. Поэтому. Неверлак. Три джаста, три проигрыша. Солнышко. Влада Риди 04 делает. Я честно не знаю, зачем в солнышке играете, господа? Одну победу хотя бы можно сделать и дополнительно к золотому герою. Вэлью. Так, нет, Вэлью. Окей. Ход такой, знаете. Похитит наши секреты. Мои глаза всегда открыты. Готовься проиграть. Ну да, вот это неплохой размер. Но все равно у меня преимущество очень большое в данный момент. Ну, явно не в этом дополнении, Артас. Когда Артас будет, видимо, тогда, когда уже Хардстон будет терять сильно аудиторию, тогда они будут пытаться и реанимировать, и добавить нового героя. Мне кажется, что только так теперь? Может быть. Вот. Не, вообще не для позеров. Не, если они у других, то да, для позеров, а у меня крутые. Не, нет. Не знаете вы. Давай вэлью. Нага вэлью. Сделаем. Ну ладно, да, давай, нага вэлью сделаем. Ну, пускай убивает топором, мне пофигу. Не знаю, в чем проблема, учитывая, что есть стандарт, не вижу проблемы. В этом может быть, как его, с нового сезона. Почему нет? Может. Весной. Мой топор жаждет крови.
Краскин? Видимо. Если надо, подлечу. Ну, серьезно. Рейн Блейд. И что я могу сделать? Тебя и эту штуку, да, сделать? Давай. И парня. Ты можешь полечиться на 4 аж целых. Меня мало это волнует. Главное не Бравл, который ему оставит 1-8. Все остальное, я думаю, будет наплевать. Может... Много лечения. 12 хп. У меня намного больше. Тебе понравится мой новый рецепт. У меня есть... У меня есть 12. Я его и даже так сделаю. Создатель! Мой молот пылает священным огнем. А я бы Дескнайту дал бы какого-нибудь этого. Как его? После того, как умирает три существа, чтобы он обилкой воскресал 2-2. Например. Да все, мы уже дипсать, я поняли, может не оправдываться. А как прайда не уйдешь? Окей. Хотелось бы его, но нет. Кстати, может быть, я тебя достану. А потом это на пятый какой-нибудь. Не знаю. Да, возможно, если бы он достал что-нибудь, то... Хорошо. Ну хотя какой смысл? Не, ладно, я сначала могу ударить. Да, конечно, вообще мега хат. Вот. Смотрите, смотрите. Вообще же имба. Я на 4-й кристалл маны вытащил сильвер... Значит, стражника Сильвермуна. Да? 4-ку, плюс еще вепен. 3-2. Вообще имба. А на следующий ход можно еще Фростульфа достать. У тебя большого. Да, как же классно вот так вот подставлять его. Просто великолепно. Нет, похоже, уносите. Если не будет Mind Control Tech, то уносите этого мага. Он ничего не сделает. Тут нужно что-то прям реально переламывающее.
Хокинс. Значит, что я могу сделать? Я могу ему жахнуть на 15. У него останется... Не, я не буду так делать. Буду делать так. Да, флеймстрайк не очень хорошо, ну ладно. Так, я могу тебе нанести 6, 12 урона. One damage of little. Непростой выбор. Семь наношу. Ладно, хорошо, я даже разменяюсь. Хоть пошли такие пляски. Так, спокойней. Челмау не достанет. Это... вообще-то немного важно. Давай передохнем. Вообще-то немного важно. Два, три, четыре, пять. Давай. Закел Узада. Кракен убивает в любом случае. Летал вроде не пропущен. Ну да. Три бы оставалось. Ну здесь даже Челма уже не важен. Он даже не спасет против данного стола. Здесь ничего уже не спасет. Наверное, я оставлю. Ну, такая себе тройка. Ладно, давай что-нибудь еще другое поищем. Окей, это хорошая рука. Давно не учусь. Из города Солнечногорск. Я могу тебя достать, могу достать объединяющий клинок сразу. Что лучше? Наверное, лучше объединяющий клинок. Почему? Потому что это все же механосборщик, и теоретически он может достать какой-то механизм. Поэтому давай. Ну, значит, вероятность того, что сыграет со своей боевой клич, очень низка. Да, у меня один шелд мини-бот вообще в колоде. Ну ладно, еще великий бритер. Есть шанс. Хорошо. А ты меня не убьешь. А я могу забафать. А могу мурлок плюс удар. Ну, скорее всего, забафы. Хотя толка от того, что я буду бафать. Никакого толку. Ну хотя есть толк вроде.
Не знаю. Ну, много урона он получит. Это хорошо. Не имею представления. Ну, тебе Мурлок плюс парни могу сделать, да? Нафиг оно надо? Да, может, и надо. Не, давай. Так. Ну, пускай еще 5 урона получит. Ну, просто если бы я достал вот этих ребят, то какая-нибудь гуля бы была бы очень-очень неприятно. А так вроде и фиг с ней. Вау. Окей. Сомнительный. Согласен, что сомнительный. Ну ладно. А что еще делать? Делать больше нечего. Ну просто парня доставать, это не очень хорошо. Окей, я могу раз-два. Мексну. Можно и мексну, но раз-два-три. Я думаю, будет лучшим. Never luck. Четвертый джаз проиграл подряд. Что приказать? Не знаю, приз, мне кажется, но... Ну, может, нет. Ну, паладин, наверное, сейчас. Да и хрен знает. Трудно ответить. Белый конь. Так. Ну, давай я сделаю тебя. Наверное, я так ударю. Сон. Да не, Мурлок Паладин сейчас нормально себя чувствует, более-менее. Сейчас много воинов. Я вообще... Абсолютно ноль у меня проблем с таким вот разменом. Ну да, ладно, хорошо. Значит, могу тебя достать. Если у нас эти разменять. Могу достать 4, будет 4, 4 мало. Да, сюда не накинуть. Ну ладно, давай мы действительно так сделаем. Блин, жалко, конечно, его. Ну ладно, что делать? Что делать? Непростой выбор. Отсюда достать что-то? А что я могу отсюда достать? Да я ничего особо не могу достать отсюда. Следующий ход 3 плюс 6. О. Хватит. Хватит, хватит. Ну, может, на нее накину. Как вариант. Давай. Master for Battle. Вот это, конечно, мега круто. Мега круто. Я уже забыл, когда воина два раза этот был. 7-7. Ну, смирение такое. Ну да, нормально смирение. На заказ. Вау, окей. Ну я все равно убиваю. Я выбираю смерть. В принципе, неплохая, очень даже хорошая колода у воина. Да, два, значит, Фаривуракса, Арканет Рипер, две семерки. Ворген, что-то еще, Гуля. В джасте была показана. Мой молот пылает священным огнем.
Привет, Парасайт. Давай. Значит, тебя. Ладно. Так. Хороший забав. Я смог бы вот так сделать, но нет. Можно его достать. То есть, в принципе, много вариантов. Да, теперь достану. Еще как-то забафаюсь. Еще одна ночь для охоты. Нет. Ну давай, ладно, я уберу тебя так. И парня достану. Да, пожалуй. Свайп будет очень плохо. Ну ладно. Жизнь боль, как известно. Если у меня будет так размениваться, я буду рад. Нет. А, началась. Ну, началась не свайп. А, найс. Мне не хватало, конечно, его. Да, пускай он кусается, пускай, не знаю, может быть... Кто-то, может быть, даже достанет, его же не будет. Не, будет. Хорошо. Ладно, я тебя уберу сначала. Я могу сделать что? Я могу сделать... Я могу тебя достать. Могу молоток кинуть. Ну не. Давай я достану тебя. Какой я уже... шестой джаз, наверное, да, проигрываю? Подряд. В колоде с кучей жиробасов. Never lucky. Ученики, внимание! Окей. Я могу молоток кинуть. Молоток ударить. Могу... Да, пожалуй, молоток ударить. Сделаю. Могу забафать на плюс 3. А чем мне это дает, забаф на плюс 3? Ну, то есть, ну, то, что я разменяю, но... Это же не очень круто. Не очень круто. Да, Мекс не уходила. А может быть... Ну, я могу залечить его, в принципе. А чем мне не залечить его? Давай. Горит. Можно было бы вепон оставить. Да, не знаю. Так,
5. Ну, хорошо, ладно, я могу раз-два сделать, да, это будет 5 маны на еще достать. Тебя достать. Ну, конечно, не очень здорово, но ладно. Окей. Краткин. Краткин это солидно. Я максимально сильный ход буду делать. Давай. Хочет разменивать, пускай разменивает. Ну хорошо, я буду здесь летал искать. В таком случае. Либо у меня два вепона, Мурлок, Хранительница тайн. Нет.